вырублены для строительства краевой детской клинической больницы. На улице Каханского в Чите сосны отдадут исправительные колонии номер 5 для создания мебели осужденными. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, постановление о передаче древесины колонии уже находится на подписи у губернатора края Осипова. В пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона отметили, что изначально предполагалось вырубить около 800 сосен, но их оказалось 1310. За счет увеличения объема вырубки подрядчик увеличил компенсацию с 39 до 58 миллионов рублей.